Вот наш самый главный дизайнер. Ваши аплодисменты. 90 лет. Лада Бондарева. Блогер, модель, фэшн-дизайнер, занимается спортом, скандинавской ковбой, купается в море, обучает компьютерному делу бабушек и занимается моделированием коллекции одежды. Собственно, вы видите ее коллекцию. Ладочка, подойди ко мне. Девочки выйдут и покажут все твое творчество на сцене. Лада только что у нас снялась в съемках в программе на Интере, ездила в Киев. Программа называлась «Круче всех». Теперь, я думаю, вы думаете, почему. Вот. И вот этот, вот эта медаль канала Интер, которую ей наградили, которую мы сегодня тоже торжественно надеваем. И, собственно, наверное, без Лады бы не состоялся рекорд, который мы сегодня делаем, да? Самый большой возраст участниц модели модное шоу IT-бабушки. Итак, поаплодируйте нашему дизайнеру. Дорогие друзья, давайте еще раз бурными аплодисментами поблагодарим Ладу Бондареву, эту великолепную женщину, которая творит чудеса. В свои 90 лет, друзья, я бы даже боюсь назвать эту цифру. Посмотрите, она молода, она красива, она талантлива, наша одесситка. Друзья, еще раз аплодисменты. Спасибо вам огромное, Лада. Спасибо вам за ваше мастерство, за ваш талант и за вашу вечно молодую душу. Браво! Ну что, друзья, еще раз аплодисменты этим красоткам, которые в свободное время одевают вот эти замечательные творения великолепной женщины, которые действительно, действительно радуют глаз. Посмотрите, какая цветовая гамма. Посмотрите, какой действительно колорит, который сегодня украшает сегодня наш вечер. Ну что, еще раз мы благодарим наших манекенщиц. Спасибо вам большое, девочки. Спасибо. Может, пару слов? Да, обязательно. Мальчик сейчас выйдет. Еще раз аплодисменты нашим манекенщицам. Ну что ж, дорогие друзья, как мне подсказали, у нас есть великолепный мужчина, юный музыкант, певец, который сейчас споет и сыграет для вас, дорогие наши красивые девочки. Ну что ж, я приглашаю на сцену Виталия Непомнящего. Ну что, красивый парень, наш одессит. Он сыграет вам на саксофоне, да? И споет. Это вторая будет композиция. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим и послушаем нашего исполнителя. Итак, Виталий Непомнящий. Дорогие друзья, пока наш звукорежиссер готовит свое выступление для нашего артиста, я хочу сказать, друзья, что у нас каждые выходные дни здесь, в парке Шевченко, проходят различные мероприятия для всей семьи. Вот и сегодня наш день не стал исключением, и поэтому сегодня мы проводим этот замечательный фестиваль. Ну а завтра у нас другие фестивали, которые проходят не менее красочно, как и сегодня. Поэтому, друзья, коммунальное предприятие «Парки Одессы» приглашает вас всегда на все мероприятия, как я уже сказала, которые проводятся здесь у нас на нашей эстрадной площадке.